Ну что, вот и мы собрали чемодан. Погода, конечно, не благоволит, но что делать, когда она вообще благоволит, эта погода? Как пулемет. Вот, у нас здесь переодевашки, все фоткаем, работаем. Фотосессия — это у нас для карточек товара, да, то есть некоторые в интерьере браслеты, некоторые браслеты, соответственно, там на руках. Два Waffles Jazz даже не смогли найти нужный подъезд в нашем доме, ну жесть, короче. Вот что можно сказать о современном обществе. Встретимся фразами честными, задержками на двоих, губительная слабость на двоих, губительная радость, мурашки, босые ноги по холодному паркету. Собрали чемодан с вещами и в срочном порядке. Погода, конечно, не благоволит, но что делать, когда она вообще благоволит, эта погода. Наверное, только мы такие пряники собрались на фотосессию, причем фотостудия находится в нашем доме, и мы пошли не туда. И вот этот вот чемодан со шмотками, которые мы везем, я с ним вокруг дома. А у нас просто концепция дома такая, что его по кругу не обойти, там садик, и нужно в обратную сторону идти. Вот мы, короче, два Waffles Jazz даже не смогли найти нужный подъезд в нашем доме. Ну жесть, короче. Очень волнительный момент. Мы, короче, еще попали под дождь. Под дождь мы попали. Оскар там уже вовсю щелкает. У нас просто очень много получилось линеек, браслетов, и мы сейчас будем это все пытаться реализовывать, фоткать, и вот так вот у нас проходит. Буду, короче, показывать и рассказывать, что у нас здесь происходит. И, кстати, очень круто, что фотостудия у нас прям в доме, как я сказал, мы такие из Jazz 2 лоха, что не смогли с первого раза найти нужный подъезд. Вот. Вот что можно сказать о современном обществе. Так, у нас, короче, здесь вот так и вот. Вот такая движуха происходит. Работаем. Так, ну что тут у нас, переодевашки, фоткаем. Оскар тут фоткает без остановки, как пулемет. Вот, у нас здесь переодевашки, все фоткаем, работаем. Ну что, мы сменили локацию, теперь мы... Где? Мы дома. Что мы делаем? Мы фотоем фотобоксы. Вот, так как мы... Фотосессия — это у нас для карточек товара, да, то есть некоторые в интерьере браслеты, некоторые браслеты, соответственно, там на руках, да, там образ определенный, и, собственно, в фотобоксе. Вот сейчас мы поменяли локацию и фотоем уже в фотобоксе, вот.